Всем привет, это у нас Лабиринт Монахини. Наконец-то она вышла в Play Market, версия 1.0.1. В предыдущем видео на прохождение прошел 143 уровень, поэтому мы можем стартануть уже в 144-м. И таким образом я хочу сегодня дойти до 150-го. Давайте стартовать. Видите, мы не можем на 144-й сейчас попасть просто так. Нам нужно с вами посмотреть обязательно ролик, потому что мы не добрались до следующего несгораемого. Мы сегодня с вами откроем новый, вообще для игры, уровень 150-й. Проверим, будет ли монашка на нем сильнее. Вот смотрите, у нас в игре максимальный 140-й. И нам показывают 144-й, в котором я еще сам ни разу не был. Справа уже химический эксперимент. Желтый-синий, желтый-красный. Желтый уже нашли сразу же. Это очень хорошо. Зеленый есть. Красный есть. Теперь синий. И тогда все закрутится. Синий есть. Ах ты, мы же зеленый видели. А нам нужен желтый. Пока что монахини нет в игре. Это 100%. Опять зеленый. О, желтый нашел. Красный был где-то сзади. Возвращаемся к нему. Зеленый есть. Так, мы в синей зоне еще не были. Давайте посмотрим, что там. Вне оказался зеленый. А, и мы там дальше убежим куда-то. Непонятно куда. Все, бегаем недалеко здесь. Смотрим, будет ли у нас... Или мы красную кнопку и так не видели с вами? А, вот она. Теперь снова желтая. Зеленую уже нашли. Перемещаемся на другие локации. Вот желтый. Теперь нужен синий. Увидел краем глаза. Ах ты, это синяя ладонь. Мальчик с синими руками, конечно, не дремлет. Нашли. Успели, похоже, да-да-да. И две зеленые осталось. Смотрите, это у нас какой-то актовый зал. Зеленая. Успел! Вы видели? Вот эта скорость. Еще зеленый, вот она, вот она, вот она. Успеваем. Где синяя зона? Вот она. Фантастика. Это достаточно быстро для такого большого уровня. Мы с вами прошли впервые 144 уровень. Смотрите, нам дальше не предлагают играть. Нужно перезаходить в игру. И только вот таким образом дойдем до 150-го. Смотрите, 145-й. Ну-ка, здесь он еще не горит. Этаж 145. И мы сейчас заслужим первый после последнего уровня несгораемый этаж. Вот, ну 145-й, новинка. Скорее всего, после следующего обновления появятся новые этажи. И там будет больше кнопок. Но сейчас пока, докуда бы я ни доходил, будет такое же количество кнопок. Ух ты, зеленый сразу нашли. А он единственный в игре. Это везение. Так, синих навалом. Давайте хотя бы какой-нибудь найдем уже. В синей зоне нет синих. Красный вижу. Не, ну синих же много, вот он. Первый. Ух ты, вторая кнопка. И вот здесь недалеко была красная кнопка. Давайте смотреть внимательно. Ах ты, ах ты. Где же ты? Вот она. Теперь углубляемся в локацию. Ищем синюю кнопку. У нас сегодня задача добраться до 150 уровня. Чего, я уверен, никто в мире не делал. Потому что нас же как будто бы ограничивает игра, и она до 140 уровня, но можно постоянно перезаходить. Ничего себе, да? Четыре прохода. Это как выбрать нужно правильную дверь. Есть такие головоломки. Так, желтую кнопку теперь ищем. Ёханый вышел. Кстати, у нас красная. Четыре прохода, и все они сквозные. Они реально сквозные, можно вот так бегать. Прям змейкой. Это тоже курьез получился. Так, туалет. Ладно, хоть выход был из него. Желтая кнопка и две красных. Мы даже ни одной красной еще не видели. Вот она, ура. Еще красная здесь. Монашка меня чуть-чуть и догнала бы. Прикол, а где же такая желтая? Вот сюда направо, нашли. Ура. И сейчас нам нужно будет как-то взаимодействовать с двумя красными кнопками. Вы где там вообще?
Раз. Кстати, сложная. И вот вторая. Все, смотрите, раз монашка бежит за мной, то нам несложно будет от нее убежать. Потому что мы чувствуем ее. Так, здесь синий. Нет, красная зона. Я вам показывал сегодня, что у нас не было лифта синего. Это тоже все было рандомно. У вас на 20 этаже будет все совершенно другое. Не думайте, что это был баг именно 20 этажа. Это был именно баг выстраивания этажей у меня. Вот видите, уже рекорд 146. То есть мы дошли сами до 146-го, и его опять-таки нет. Ах ты! Теперь в несгораемых их нет. 142-й последний. Список не продолжается. Только так можно попасть. Нам 145-й несгораемый этаж не засчитали. Будем, если что, перемещаться по данной кнопке, через просмотр роликов. 146-й новинка. Так можно и до 1000-го дойти. Так, видите, опять кнопки появились. Зеленый, он единственный в игре. Вот его бы найти побыстрее. Тогда игра закрутится. Синяя зона, ничего нет. Ничего здесь, синей зоны, два выхода. Не помню, что я такое видел. Желтая кнопка, тоже единственная. Так, красных навалом. Опять красная. Все, зеленую нашли. Красную нашли. Синюю еще ни разу не видели, поэтому побежали дальше. Монашки еще в игре явно нет. Так, мы опять у синей зоны. Вот синяя кнопка. Ах ты, мы где-то находили с вами желтую кнопку. Надо срочно идти. Так, в синюю зону давайте зайдем. Где она вообще была? Потому что она недалеко от синей зоны была. Потому что кнопка единственная, это так ценно. Ее найти. Есть, нашли. Все, осталось красное, синее, синее, красное. Сейчас в данной версии не должно быть пересечений нас с монахиней. То есть она не появится прямо перед нами. У нее идет отслеживание координат, чтобы с нами она не пересеклась. Я вам уже показывал в нескольких видео, как она пересекалась со мной в проходе. Так, остался синий-красный. Но бывало, что я кнопок не находил. Это означало, что они тоже баганулись. Ищем проходы с мешочками. Смешные проходы. Синий-красный. Напишите в комментариях ваши курьезы игры. Красную нашли, ничего себе. Мега ценно. Потому что курьезов, как я понял, очень много. Ёкарный обычан. Вау, я чуть кнопки не отпустил. Вау, вот еле как кнопки удержались просто в руке. Синяя. Так, и где красную теперь искать? Я очень далеко убежал. Фантастика. Выдержал, выдержал я это. Все, ладно, рыщем. Вот и красная. Кстати, синяя зона же недалеко была. Что? Прошли? Она только что к лифту подбежала. Видите, нам не дают пройти дальше. Игра не продолжается, хотя разработчики могли. Ах ты, да, все, несгораемых этажей нет. Перемещаемся за ролики. За каждый уровень нужно бороться. Тем более теперь нет несгораемых уровней. Зеленая кнопка нас встречает. Будет ли она первой? Нет, она вторая. Но тоже неплохо. Ищем единственную красную кнопку. От этого зависит скорость прохождения. Сколько зеленых-то я уже встретил. Так, и желтая есть. Видите, монашка первое время не появляется, причем очень долго. Если мы находим первую кнопку, дальше идет развитие событий. Нашли. Теперь возвращаемся как-то к зеленым. Вот желтая недалеко. Еще желтая. Все, первая зеленая есть. Вторая зеленая где у нас была? При старте игры? А нет, здесь есть. Возвращаемся обратно, видел там желтые. Есть, но одна. Вот вторая. Ничего себе, так-то быстровато. Вот монашка сейчас явно появилась. Ну-ка, здесь что есть?
Еще что-то было в красной зоне, я уже забыл. Зеленая, скорее всего. А здесь? Желтая. Вот, красная зона. Возвращаемся за желтой. Неподалеку. Я даже, как ни странно, поставил себе звук вибрации. Таким образом, игра подсказывает, когда монахиня появляется. Вот звук вибрации уже был. Ёкарный вышел. Через стену. Просто класс для видео. Даже такое бывает. Конечно, продолжаем. Я ее даже видеть не мог. То есть реагировать тоже не мог. Она меня зацепила через стену. Слишком близкое взаимодействие у нас. Зеленая кнопка осталась. Представляете себе? Но и одна жизнь. Если пересечемся с монашкой, все конец. А не хотелось бы вообще. Пусть лучше за мной бегает. Ёкарный вышел. Спиной убегай. Это же все оторвались. Вон она бежит. Кстати, будет ли на 150 уровне монашка еще быстрее? Ой-ой-ой-ой, она там очень хитро подсекала. Все, нашли. Зеленая кнопка найдена. Но где сейчас искать синюю зону? И вообще лучше потише идти, монашка же не бегает сейчас. Все, нашли. 147 уровень пройден с курьезом. Что монахиня меня поймала через стену, я ее даже не видел. Видите, опять выбрать уровень нельзя. Озвучка картинок. Осталось пройти два этажа. И мы достигнем 150-го юбилейного уровня. Посмотрим, появится ли он в таблице. Никаких кнопок нет. И проходов тоже. Зеленый, синий. И синяя единственная кнопка. Ничего нет. Ах ты. Это была синяя. И, кстати, она была единственной. Красную нашли. Отличный результат. Ну, зеленых-то много, почему ни одна не попадается? Только желтые, синие и красные. Ну-ка. И реально ничего нет. Я уже начинаю кругами бегать. Вот зеленые. Тут же синяя, единственная. Потом как-то нужно обратно вернуться, взять красную. Где ж ты была? Желтая, так, да, это, по-моему, похоже, здесь и бежали. Зеленую нашли. Опять зеленая. Красную нашел. Чудом. Остались только желтые и зеленые. Зеленую нашел, ура. Желтая была прям недалеко, вот здесь где-то. Ура, нашел. Еще две желтые осталось. Это жесть. Могли же не пересекаться с ней. Сейчас просто от монахини подальше убегаем. И там что-то и найдется. Желтая. А, была близко, да? Нужно, чтобы разработчики, монахини, сделали какое-нибудь улучшение, помогающее обнаружить кнопки. Допустим, чтобы мы нашли значок видимости через стены, к примеру. К примеру, 5 секунд. Нам хотя бы знать ориентир, куда бежать, в какую сторону. Вот, зеленый. Чудеса. Можно не заметить, потому что она стоит как-то не так. Так, где меня монахиня-то увидела? Желтая кнопка, чудом. Куки. Мы собираем какие-то куки. Видимо, мы повар. Иногда я не мог найти синюю зону. Сейчас это легко произошло. Мы сами смогли добраться до 149 этажа. Видите, 140 этаж пройден. Нам ничего не предлагают. Есть выход отсюда. Ну-ка. Ах ты, опять. Мне джойстики не нужны. Желтый, зеленый, желтый. Ориентир понятен. Сразу начали. Прям быстрый старт. Ролл старт. Опять желтая. Зеленых две. Значит, одну, вероятно, очень быстро найдем. Но не вторую. Еще красная. То есть в синей зоне есть красная. Нашли. Так, желтая же где-то была. Нашли желтую. Побежали в синюю зону за красной. Фантастика. Супер начало. Ты где? А, она не совсем в синей зоне. Еще ищем красную. Красный, зеленый, желтый. Можно так сказать. Желтую нашли. Так, красная нужна. Ну-ка, в красной зоне что было? Красная. Но теперь, видите, нужна зеленая.
Ах ты, желтый опять. Все, я уже знаю, где примерно находятся две желтые. Это чудо. Мы опять дошли до синей зоны. И как-то возвращаться обратно нужно. Вот здесь они были. Смотрите-ка. Все, вот сюда куда-то бежим. Не то. Так, здесь уже мешочки появились. Нашел, нашел желтую. И где-то еще же была. Фантастика, нашел. Чуть-чуть, видели прикол? Мог получиться момент, при котором я 8 кнопок взял, и ни разу монахиня меня не увидела. И вот я бы даже в принципе вышел. Догнала таки меня. 149 уровень прошли. Смотри, рекорд 150. Хотя мы даже не стартанули до него. Начинаем. Вход на этаж 150, как красиво. Уже просто перебор пошел. Давайте посмотрим на эту цифру 150 на лифте. 150. Кстати, она состоит из почти одинаковых цветов. Теперь только синие и зеленые остались. Красных цветов даже нет. В принципе, можем попробовать даже его пройти. Вот и синяя есть. Куки. 150 уровень. Мы смогли таки до него дойти, посмотрим, будет ли он несгораемым. Добавят ли его в таблицу? Как птицу? Или как пиццу? Опять зеленая, смотрите. Еще зеленую нашли. Быстро, 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 быстро. Супер быстрое ориентирование давайте теперь включать. Желтая. И где сейчас синяя? Осталось только синяя и зеленая. Приколюха. Ну-ка, что в синей зоне было? Синяя была. Она и была. Да, активируйся. Теперь побежали обратно. Где-то там сзади была зеленая. И где тебя сейчас искать? Ну вот, смотрите, опять получилась ситуация, при которой я не видел монашку. И у нас осталась одна кнопка. Вот видите, что получилось? Опять 25. То же самое замутил. На последней кнопке увиделся с монахиней. Так, это фантастика, конечно, была. Сейчас срочно ищем синюю зону. И мы с вами пройдем 150 уровень. Все, мы даже его прошли. И сейчас будем смотреть в таблицу. Рекорд 151. Играть. Ах ты, все. Так они и оставили максимально допустимый 142, но мы можем продолжать. Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами прошли даже до 150 этажа и прошли его. Оцените видео лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.